25 февраля. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по фигурному катанию. Именно здесь на протяжении последних 10 лет тренировалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Из нашего общего дома ЦСКА уезжала звездочка на Олимпийские игры в Сочи. Вернулась оттуда всемирно известной звездой, олимпийской чемпионкой. Я хочу сказать, мы все волновались за тебя. Ты проявила настоящий армейский характер, ЦСКОвский. Да, ты в ЦСКА. Ты проявила настоящий армейский характер, олимпийское спокойствие. И по праву ты стала сильнейшей в мире. Ты стала олимпийской чемпионкой. Это очень высокое звание. Неси его гордо. И я тебе желаю на Олимпийских играх в Корее точно так же повторить свой успех. Ты этого достойна. Дети, олимпийской чемпионки. Два коротко, третий рассказ. Физкульт! Ура! В первую очередь это спасибо моему тренеру Елене Германовне Подорезовой Буяновой, потому что я тренируюсь с ней, мы каждый день с ней тут тренировались, каждый день у нас были какие-то барьеры, мы их проходили. Мы прошли, мы сделали вместе это. В этой медали сошлось все, потому что спасибо моей школе ЦСКА, которая каждый день меня видит, которая каждый день просто уже каждый уголочек знаю. И, конечно, это помогли домашние стены. Я еще хочу выиграть медали на чемпионате мира, на чемпионате Европы, которые я еще никак не могу выиграть золотую медаль. Хочу выиграть финал Гран-при. Гран-при, которые есть, это, конечно, это будет сейчас немножко тяжеловато, потому что я уже лучше, я уже олимпийская чемпионка, сейчас будет на меня все равняться. И, конечно, хочется всегда кататься хорошо и радовать только людей. Я есть везде, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Но у меня сейчас там такой просто завал, что я мне уже пишут, что ты не отвечаешь, почему ты не отвечаешь. Как? Если у меня там просто 1000 сообщений и 100 000 людей. Я хочу еще четверной прыжок прыгнуть. Говорят, что его никто не может прыгнуть. Ну, я попробую. Конечно, это будет очень тяжело, потому что, мне кажется, я пыталась как-то очень-очень давно. И когда я заходила, такой страх был, потому что, не знаю, кажется, вроде бы один оборот. Я 3,5 прыгала, у меня ничего не было. А тут вроде бы один оборот просто прибавить в воздухе, и ничего страшного. А нет, это не так легко. А в чем страх? Не знаю, в чем страх. Просто идет какой-то сбой, что-то. Это плюс еще один оборот, он тоже не очень легко дается. Там надо больше еще подняться наверх, больше сгруппироваться, чтобы прокрутиться быстрее. А так, если ты не скрутишься, то ты можешь упасть и очень больно, и получить какую-нибудь травму. Поэтому это очень страшно. Что бы вы пожелали юным воспитанникам школы ЦСКА? Я им пожелаю терпения, чтобы, когда у них что-то было не так в своей жизни, все равно они не бросали этот вид спорта, потому что если человек очень хочет, а я думаю, маленькие дети сейчас очень хотят, потому что они увидели меня, и я тут тренируюсь, и они будут меня каждый день видеть тут, и я им пожелаю только здоровья, самое главное, то, что без этого никак, терпения и волю, и стремление к победе.